Милая, тебе повезло. Миранда Уэллс, выходи за меня. Не каждый рискнет жениться на разведенке с прицепом. Три спиногрыза, долга, как в шелках. Я ищу Миранду Уэллс. Она на работе. Оставьте мне, я ее сын. Боюсь, кое-что нужно объяснить ей лично. Надвигается ураган. По прогнозам, он пройдет стороной, но... Осторожность не помешает. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мам! Я жду звонок из банка. Брэй Джонсон. Миранда Уэллс. Кажется, я попала на деньги. Поберегите страховку. Он забирает наш бампер? Заедет к нам и отремонтирует. Ты пригласила его домой? Вы ее искали. Потом она у вас врезалась. Совпадение? Не думаю. А вы знаете, что силой мысли мы способны управлять материальным миром вполне реально? Ладно, я как раз думаю о пицце. Я ни при чем. Нам нужно быть осторожными со своими мыслями. Ураган должен был обойти стороной. Еще бы. Ведь мы сами определяем свою реальность. Но я верю, что любое развитие событий... Господи. Даже самое худшее приведет в итоге к чему-то хорошему. У меня нет денег на крышу. Давайте помогу. Почему вы помогаете мне? Потому что могу. Вы знаете Миранду? Да не особо. Почему ремонтируете ее крышу? Такого мужика нельзя упускать. Она его не любит, так как папу. Ваш папа хотел лишь, чтобы вы были счастливы. Откуда ты знаешь? Что сейчас делаешь? Наслаждаюсь волшебным закатом. Я не понимаю, что происходит. Судьба свела нас не случайно. Что там? Секрет. Как ты умудрилась врезаться, мам? Судьба? Или она просто водить не умеет?